Всем привет, на канале Александр М. Брест. Сегодня в минутку вандализма попала Макитка 5030. Эту болгарочку я люблю. Хорошая, удобная, довольно живучая. Однако и они умирают под гнетом рабочих. Ладно, не суть. Значит, сломали немножко фиксацию нашей защиты. Вот тут корпуса кусок. Кнопка выломана. Ну, это классическая поломка, то есть часто встречается. Сгоревший якорь в ней, все подшипники под замену, в редукторе шестерни не ахти, смазочки уже надо тоже новые заложить, хорошие, ну и щеток нету. То есть, в принципе, ремонт нецелесообразен. Сейчас я это все покажу, однако снимать я начал эту болгарку по другой причине. А именно, потому что в ней все воздуховодные отверстия очень сильно забиты. Могу даже предположить, что якорь в этой болгарке сгорел именно из-за недостатка охлаждения. То есть все воздуховодные отверстия засраны грязью, пылью настолько сильно, ну, в принципе, сейчас увидите, что просто-напросто воздух, ну, не идет через них. Ну и, соответственно, якорь перегревается и сгорает. Вот воздухозаборник, который находится над статором. По всей окружности воздухозаборника, ну, просто куча грязи. Ну и вот как выглядит якорь. Я думаю, видать вот в этом месте особенно, как прошило обмотки. Ну а вот как выглядит нижняя часть корпуса редуктора. То есть я думаю, всем понятно, что вот это вот, вот такие загрязнения явно не будут улучшать работу болгарки. Ну, я надеюсь, всем видно, насколько болгарка засрана. Я думаю, все после этого видео понимают, какой может быть от этого эффект. Поэтому следите за чистотой своего инструмента, и он проработает гораздо дольше, чем если он будет грязный. Ну и, естественно, подписывайтесь на мой канал, комментируйте видео. Ну и хватит.